Всем привет, друзья. Едем в аэропорт Внуково. Ребята из Кыргызстана. Друзья, всем привет. Мы сейчас находимся в аэропорту Внуково. Передо мной Елизавета и Тимур. Елизавета, расскажи более подробно, что мы сейчас здесь сделаем. Всем привет! Сегодня мы провожаем Тимура на работу. Он уезжает через Лигу в Варшаву. Тимур, расскажи, пожалуйста, свои впечатления, твои пожелания на будущее. Все отлично у меня. Надеюсь, все будет хорошо. Тимур недавно получил визу, и как раз-таки вот 133-я стойка. Провожаем Тимура. Он идет на стойку регистрации 133. Сегодня мы провожаем Тимура на работу. Он уезжает. Аслан, расскажи более подробно свои впечатления, свои пожелания нашим будущим и нынешним клиентам. Ну, хочется же на работу, да? Да. Класс. Рига на самом деле такой пригодный пункт, потому что Аэрофлот достаточно дорого, а вот Победа самое оно. Елизавета, увидимся в следующих видео. Спасибо, что проводила нашего клиента. Усон, до скорых встреч!